Всем привет, дорогие друзья! Мы сейчас находимся в Анталии. Заехали в район, который называется Лара-Кунду. С правой стороны с двумя башнями отель «Дельфин Дива». И перед нами из красного кирпича здание – это «Дельфин Пэлас». По левую сторону – это отели на второй линии, по правую сторону – отели первой линии. Дельфин Империал перед нами. И вот приближаемся к Дельфин Пэлас. Ранее дельфины строились только из красного кирпича. Сейчас серебристого цвета, более новые дельфины. Мы направляемся в отель Fame Residence Lara. Вот главный въезд в отель Fame Residence. По левую сторону на второй линии отель Grand Park Lara. Въезжаем на территорию. Это старейший отель Fame Residence Lara. Очень популярный среди русских туристов. Здесь четко есть отели, которые у русских не популярны. Там отдыхают туристы из Европы. Например, Титаник таким является. Таким является Сатурн. Там русских туристов очень мало. Вот идем в отель Fame Residence Lara. Бюст Мустафа Кемаль Ататюрк. Ну, это легендарная личность в Турции. Существует культ Ататюрка. Он известен как основатель Турецкой Республики. Это первый президент Турции. Что тут можно попробовать? Пожалуйста, угощаем вам шампанское. Спасибо. С удовольствием. Пожалуйста. Возьмите. Пожалуйста. 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 Уважаемые, берите бокал, пожалуйста. Выходим вместе террас, я вам информацию даю. Пожалуйста. Спасибо.
Можно вас фотографировать? Осторожно. Здравствуйте еще раз, добро пожаловать. Меня зовут Бульбы, я помощница менеджера. Наша гостиница 5-звездочная и все включено. Всего еще у нас 4 гостиницы есть. Они находятся в Кемере и Гернике. Самая большая, это у нас 5-звездочная. И еще одна в Кемере 5-звездочная. 4-звездочная в Гернике. И остальные 2-3 звездочные, они тоже в Кемере находятся. В территории отеля 8 бассейнов, 4 водные горки есть. Возле бассейна у нас 3 павильона есть, стоимость 50 евро за день. Там обслуживает специально официант. Под горки у нас детский клуб есть, на русском языке аниматоры там есть. Детские бассейны есть, игрушками. На пляже детские качельки есть. Также на пляже барные стойки и рестораны тоже есть, песок, шезлонг, матрас и полотенца без депозита и без дополнительных денег. В территории отеля находится 5 а-ла-карт ресторанов, китайские, итальянские, турецкие, мексиканские и рыбные рестораны. Стоимость за человека 10 евро, а детский меню 5 евро, детские коляска на прокату. И еще няня, услуги няня за час стоимость 10 евро. Это главные лобби у нас. На левую сторону это главный ресторан с террасом. Внутри ресторана 7 разных залов есть. Из них одна детский ресторан. Детские питания тоже есть у нас. Микроволновка и блендер тоже есть в основном ресторане. В нижний этаж, где фиолетовые шторы висят, это у нас игровая комната. Там бильярд, боулинг и автомат есть, платные услуги. Минус первый этаж, кинозал есть. Каждый вечером 9:30 кино идет бесплатно. Весь территорию отеля и внутри, и также в номере беспроводной интернет есть бесплатно. Внизу минус первый этаж, спасатель есть. Там паровая комната, хамам и сауна. Бесплатно, если массаж, пилинг, они дополнительные услуги. Также там спортивный салон есть, фитнес-центр. В течение дня в территории отеля везде перекусит, снег, гамбургер, чизбургер, пиццерия, всякие мороженое, хот-дог. Обслуживаем и бесплатно. Каждый вечер выступает профессиональный данс-групп в амфитеатре 9:30. После этого 10:30 автошоу у нас бывает, живая музыка, караоке или лотерея игра. Потом 11 часов каждый вечер дискотека открывается, заход бесплатно, там напитки платные. В гостинице местные алкогольные и безалкогольные напитки бесплатные, импортные напитки у нас платные. Что я пропустила? Еще я рассказывала. Номеры у нас стандартные. Family Deluxe и Family Elite. Family Elite это двухкомнатный connection room. Family Deluxe большой, чем стандарт. А стандартные номеры или с видом на море, или с видом на дорогу. Какой? Уборка каждый день. Размер надо спросить надо наш главный офис, потому что разные стандарты у нас. Да, разные стандарты. В номере мини-бар бесплатно, сейф бесплатно. Уборка каждый день, постельное белье поменяются каждые 2 дня. Если у вас вопросов нет, поднимаемся в номер на 5-й этаж, посмотришь, по-моему, пожалуйста. Размещаете ли вы один офис мужчин? Надо спросить и потом продавать надо, потому что да, если, например, в этом месяц много семья отдыхает, мужчина одни не пустит. А если так только молодые отдыхают, они разрешают, поэтому заранее надо уточнить. Да. Территория отеля, площадь какая? 55 тысяч метров квадрат. На 5-й этаж поднимаемся. 5106.